هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ Было ли такое, говорит шейх, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда-нибудь встречал неверующего человека и не призвал его к исламу? لا أبدا. Не было никогда такого. كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله في كل وقت. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к Аллаху всегда. فلا بد أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسيروا على هذه الطريق. И поэтому те, кто хочет следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, должны следовать его путем в этом также. لكن دون أن تفتي. Однако без того, чтобы какие-то фетвы издавать от себя говорить. دون أن تخرج عن الموضوع يعني تكبر الموضوع يقول عندها فلسفة. Да, без того, чтобы как-то раздувать этот вопрос и так далее, философствовать от себя. الذي تثق فيه 100% هذا ادعو اليه علموا الناس. Да, то, в чем ты уверен на 100%, к этому призывай. Призывай людей к этому. إذا تشك 1% لا تتكلم. Если ты в каком-то религиозном вопросе, имеется в виду, сомневаешься хотя бы в 1%, не говори.